Cinema 4D, и давайте в этом ролике рассмотрим именно ретопологию. Как здесь, в этой программе, все это дело происходит. Погнали! Так, первым делом заходим в каркасы и находим полиручку. Нажимаем на нее, здесь высвечивается боковая именно панель окошка. Здесь все, что с ней связано. Сейчас вот именно режим рисования установленной точки, и давайте посмотрим, как происходит все это дело. Нажимаем щелчок левой кнопкой мыши, щелчок, вытягивается, вы видите, что полигон, и его надо закончить вот таким делом. Вы можете продолжать его тянуть, вот если вы его будете дальше ставить, вот таким вот образом, в любую сторону, вот так вот. Если зажмете Ctrl, то можно именно вот так вот подрезать и уводить в любую сторону полигоны. Как прекратить все это дело? Нажимаете на последнюю точку. Щелчок, все, снимается выделение. Когда вы наводите, вот так я поставлю поближе, когда вы наводите курсор на ребро, выделяется ребро. Когда на точку, выделяется точка. И можете левой кнопкой мыши все это дело перетаскивать. Вот таким вот образом. Корректировать. Вот так. Если вы наводите на ребро и зажимаете Ctrl, то вы сможете вытягивать еще полигон, еще полигон. Вот такая происходит штука. Вызов, быстрый вызов именно полигон ручки. Так, каркас. Называется она полиручка. Как ее вызвать? Это сочетание клавиш M и E, английская. И вот вызывается опять вот эта панелька. И давайте посмотрим, переключимся теперь с точек именно на грани. Щелчок, 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 щелчок. И вот, вот таким образом можете соединять, и преобразуется полигон. Следом опять же делаете ребро. И от этого ребра можете именно соединять полигоны по вершинам. Вот так происходит именно тоже моделирование. Опять же нажимаем ME, английскую, быстрый вызов полиручки, и переключаемся с грани на полигоны. Зажимаем левую кнопку мыши, и вы видите, что мы можем рисовать именно вот такие замкнутые полигоны. Оп, перекручиваем немножко и ведем опять чуть-чуть. Можно вот так вот это все дело сделать. И теперь именно вершины вот так вот отвести и соединить с зажатой левой кнопкой мыши. Вот такие простые манипуляции. Давайте теперь рассмотрим именно, как все дело происходит на модели. Файл. Закрываем сцену. Сохранять не надо. Открываем файл, и теперь открыть сцену. Клавиши импорт нету, именно добавить сцену. Так, какую-нибудь модельку сейчас подгрузим, именно американский футбол. Пусть будет. И посмотрим, как все это дело дальше происходит. Вот подгрузился персонаж из американского футбола. И давайте на нем рассмотрим, как все дальше происходит. У нас вот здесь вот создался материал, нажимаем на него один щелчок и можем вот в этом поле S поставить цвет, чтобы было видно именно, когда будем создавать полигоны, разноцветное, чтобы все было. Можно это все кинуть и назначить. Так, следом щелчок левой кнопкой мыши и ME, сочетание клавиш английские. Так, теперь ставим точки, пусть будут они, и надо все это дело привязать к модели. Спроецировать, вот ставите галочку на надписи спроецировать, и погнали, попробуем. Так, предварительно надо еще вот так все это дело нанести. Щелчок, щелчок, и последний щелчок по вершине на последней точке. Вот здесь появился полигон. Он прилип, его не видно. Надо ему теперь назначить именно цвет.
Попробуем нарисовать еще один полигон. 4 клика и по вершине. Теперь нужно назначить цвет. Так, вот есть цвет. Цвет вида. И поставим его автоматически. Так, или включить, или слой. Поставим автоматически. И цвет назначим какой-нибудь. Я не знаю, ну, наверное, синий. Вот так вот. И окей. Следом теперь ME клавиши. Нажимаем сочетание клавиш ME. Опять же включается поле ручка. И надо теперь что-нибудь тут нарисовать. Так, грани. Проводим грань. И теперь грань эту можно именно состыковать. Вот получился еще один полигон. Чтобы их увидеть, давайте отключим объект. И вот у нас вот такие вот полигоны синие. Если вы задерживаете левую кнопку мыши на ребре, делаете точку и ведете ее до следующего ребра, вот вы видите, что делится полигон именно ребром. Вот так вот все можно это дело разделять. На вершине нажимаете опять же и ведете до ребра. Вот опять же происходит деление. Вот таким вот образом. Как вытягиватель полигоны, зажмем Ctrl. И вот так вот можно все это дело вытягивать. Все слипается. Полигоны стыкуются. Вот таким зажатым Ctrl. Переключимся на полигоны и попробуем вот так вот их вытягивать. Вы видите, что они срослись. Все нормально. Теперь, переключившись если на полигоны, можно вытягивать вот так вот их. На вершины, левая кнопка мыши, подкорректируем. Вот такая прикольная штука. Вот такой простой способ. И вот так все здесь происходит очень легко, ненавязчиво. Вот такая штука. Также можно создать новый материал. Переключиться два щелчка на новый материал, выключить отражение и назначить полигоном другой какой-то цвет. Ну, пусть будет зеленый. И вот так вот вбросить. Вот теперь у нас зеленый цвет. Вот такая штукенция. Все, всем пока, до свидания.